В старейший самарский храм в честь Казанской иконы Божьей Матери привезли мощи Матроны. Ее называют Святой, Блаженной, Праведной. Матрона Московская еще при жизни помогла тысячам верующих исцелиться и обрести семейное счастье. Можно по традиции купить цветочек, принести в храм. Есть такая традиция в Блаженной Матроне. Поставить перед ее мощами и, отходя от мощей, уже получить от нее тоже в дар цветок. А также у нас рядом с нашим мощевиком расположен небольшой ящик, в который люди могут написать письмо Блаженной Матроне и опустить по подобию того, как это сделано в самой Москве, там, где хранятся ее мощи. Прихожане верят, молитва перед иконой Святой Матроны помогает во всем. В сердечных делах, в исцелении от болезней, в сохранении семьи, заботе о детях и их благополучии. Мощи пробудут в храме до 29 марта. Церковь работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера.